Огромный всем привет! Вы смотрите канал ТипТоп, и сегодня мы расскажем вам о 5 самых опасных фиджет-спиннеров в мире. Раскаленный фиджет-спиннер. В мире периодически появляются игрушки, которые буквально сводят всех с ума. Сегодня этот список пополнился спиннером. Такая вертушка антистресс стала настоящим трендом. Одни умелые креативщики решили сделать из спиннера нечто весьма нестандартное. В своем эксперименте разработчики продемонстрировали, что спиннер можно поджигать и при вращении на большой скорости с помощью реверсивной отвертки получать фантастический визуальный эффект. Если вы хотите повторить этот трюк, то имейте в виду, что проделывать подобные фокусы непрофессионалам в домашних условиях не рекомендуется, так как искры в процессе вращения разлетаются в разные стороны, что делает весь процесс чрезвычайно опасным. Маленький да удаленький. Этот фиджет-спиннер один из самых маленьких в мире. Но это вовсе не означает, что он абсолютно безопасен. Его изготавливают из очень тонкого металла и вырезают четко по специальному лекалу. Этот спиннер необычайно острый и способен развить большую скорость вращения. Размером не более 5 сантиметров. Он легко помещается в руке. Но при неумелом использовании нереально острый со всех сторон фиджет-спиннер может серьезно травмировать ладонь. Мясорубка. Разработчики нестандартных фиджет-спиннеров предложили еще одну опасную модель модной игрушки. Они дополнили конструкцию классического спиннера несколькими лезвиями. Теперь при подключении к реверсивной отвертке вертушка способна разрубить лимон или бутылку с колой. Однако даже у профессионалов часто случаются осечки, и на месте нарезанного яблока оказывается палец. Огненный фиджет-спиннер. Отчасти похожий на конструкцию раскаленного спиннера, это устройство может похвастаться отсутствием лезвий и значительно меньшим размером. Края этого спиннера покрыты специальным легко воспламеняющимся материалом, что при поджигании вертушки на высокой скорости создает красивый эффект мерцающего огня. Самый большой фиджет-спиннер в мире. По своей идее и конструкции этот спиннер не отличается от своих собратьев. Та же самая вертушка, но гораздо больше. Ее диаметр составляет около 30 сантиметров. Фишка этого супергиганта тяжеловеса в том, чтобы человек мог встать на подставку ног, закрепленную над поверхностью спиннера, и попробовать удержаться на вертушке при вращении. Если честно, отчаянных смельчаков находится немного. Поэтому смысл в таком изобретении весьма сомнительный. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Следующее видео уже завтра. До встречи!